Привет, я Лунтик, я снова с вами. Сад камней. Кузя, смотри, тут земляника растет. Значит, тут земля подходящая. Эй, для чего это у вас тут земля подходящая? Для земляники. Если тут растет земляника, то и нашей будет хорошо. Мелкая какая-то. И без ягод. Это называется рассада. Мы ее в горшочках вырастили, чтобы никто не затоптал. А теперь кустики окрепли, и мы их пересадим. Вот так. А зачем сажать? Вон земляника, сама растет. Мы хотим вырасти целый сад земляники. Понятно. Ерундой занимаетесь. Ой! Ой, осторожней. Идем, пупсень. Сад земляники! Ха-ха-ха! У нас тоже сад есть! Ой! Сад травы! Да у вас одна трава и растет! И камни! Ха-ха-ха! Ой! Ай! Ай! Пупсень, как думаешь, камни растут? А что? Смотри, какие красивые! Давай их посадим, вырастим сад камней и будем круче всех! Давай! А то подумаешь, земляника! О, смотри-ка, красиво получилось! Мы лучше сделаем! Эй, садовники, дайте нам горшок, мы тоже рассаду растить будем, а, пожалуйста! Пожалуйста! А что вы посадите? Камни! Кузя, кажется, гусеницы на нас обиделись, не хотят говорить, что будут сажать! Да ладно, мы потом извинимся! Готово! А пересадим их сюда! Точно! Раз тут столько камней, значит, земля подходящая. Сейчас эти некрасивые камни подвинем, а наши красивые потом посадим. И землю разровняем, и будем круче всех! А-я-я! Что случилось? Да ничего! Пупсень камень уронил! А что вы делаете? Камни сажаем! Пупсень, Вупсень, вы нас извините, что мы над вашим садом травы смеялись. А мы и не обиделись. Давай поглядим, что они делают. А? Вам чего? Нам очень интересно, что вы сажаете. Мы же вам сказали, камни. Ладно, Кузя, пойдем. Грабли нам дайте. Пожалуйста. Пожалуйста. А пока не скажете, что в горшке, мы вам его не отдадим. А ну отдай. Кузя, давай отдадим горшок. Мы потом посмотрим, что выросло. Ну и кучу малу вы устроили. Не ушиблись? Это что, и правда камни? Конечно, камни. Мы собирались сад камней растить. А вы все испортили. Вупсень, Вупсень, но камни не растут. Сад камней, конечно, вырастить нельзя. Но зато его можно сделать. И я смотрю, у вас отлично получилось. Вот это и есть сад камней? А зачем он нужен? Для красоты, чтобы отдохнуть или помечтать. Пупсень, Вупсень, по-моему, вы замечательные камни-садоводы. А то! Хе. Друзья теперь знают, что такое сад камней. А еще они знают, что даже из самых обычных камней можно сделать что-нибудь необычное. Иногда они ходят в сад камней помечтать или отдохнуть. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доброе дело. О!
Привет, Кузя. Привет, Лунтик. Качаешься? Да нет, просто опять не так приземлился. Люблю прыгать в неизвестность. Куда идешь? В гости к бабуле и дедуле. Нектар несу. Это хорошо, а я тоже сегодня занят важным добрым делом. Да? Ага. Ой! Кузя, смотри, какая блестящая красота. Если я не освобожусь от этой красоты, то меня утащит паук-шнюк. Ой, Кузя, ты как? Теперь порядок. Спасибо, друг. Пожалуйста, друг. Ладно, я поскакал делать доброе дело. Пока. Пока. А здесь живет паук Шнюк. Он не очень любит, чтобы его беспокоили, поэтому и написал на двери: тут никого нет. Подкрасить пора. Фуки, кисточки забыл. Привет, пчеленок. Ой, блестящая красота. Какой странный нектар. Ой, кажется, это та самая страшная дверь. Ой. Что такое? Тут, ого! Кто это сделал? Ага. Эх, опять такую красоту порвали. Разве можно пробовать все на вкус? Хорошо, что это не клей. Садитесь к столу, сейчас обед принесу. Есть кто дома? Открывайте. Что вам угодно? Я ищу того, кто испортил мои сети и дверь. Этот хулиган оставил вот это. Ой, это мое. Спасибо. Ваших рук дело. По-вашему, я на такое способна? Значит, это кто-то другой. Это кто-то другой. До свидания. Какой нахал! Капушка, как он мог про тебя такое подумать? Это я порвал паутину и пролил краску на дверь паука. Ах, вот как! Зачем? Я нечаянно. Да, но Шнюк-то об этом не знает. Я думаю, тебе нужно пойти и попросить у него прощения. Прощения? Он тебя обязательно простит, если ты расскажешь ему всю правду. Давай, сделай доброе дело. А это будет доброе дело? Конечно. И захвати с собой пирог. Передай Шнюку гостинец. Иди, не бойся. Здравствуйте. Тебе что надо? Я пришел просить у вас прощения. Прощения? У меня? Это я сеть испортил и краску пролил. Я нечаянно. А баба Капа передает вам пирог. Вот. Спасибо ей. А тебя прощу, если все исправишь. Хорошо. Значит, вы даете мне прощение? Ну, да. Ты чего? Я хочу взять прощение. Можете его принести? А, когда тебе дают прощение, это значит, что на тебя не обижаются. Значит, вы не обижаетесь? Ты же все исправил. Это все. Надо просто исправить. Ну, что-то около того. Тогда я пошел. До свидания. Подожди. Может, ты пирога хочешь? Ой, да. Очень хочу, спасибо. И Шнюк угостил Лунтика. Ведь есть даже очень вкусный пирог в одиночку грустно. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Секрет пиявки. Куда, куда, куда спрятать? Сюда? Или лучше сюда? Нет, сюда. Играют, веселятся, меня не зовут. Тепло, очень тепло. Уже почти горячо. Горячо, горячо. Ой, теперь холодно. А, наверное, в цветке. Горячо. В этом. Обожжетесь. Ура, я нашел.
Я вожу! Ой! Простите, не заметил. Конечно! Кто я такая, чтобы меня замечать? Вы же заняты! Вы же играете! А во что вы играете? Здравствуйте! В секреты играем. Надо что-нибудь спрятать, а остальные ищут. Слышала! Как ближе, так кричат горячо. Дальше холодно. Ага. Смотрите, какой Мила секрет спрятала. Скучный секрет. Мой секрет хороший. Подумаешь, у меня есть получше. Ой, как интересно. А поиграйте с нами. Мы хотим найти ваш секрет. Один, два, три. Какой у меня секрет? Какой у меня секрет? Какой у меня секрет? Какой? 8, 9, 10. Ну, ищите. О, подождите, а как выглядит секрет? Как выглядит? Ну, он такой круглый и длинный, и белый, и синий, и красный, и зеленый. Какой удивительный секрет! Да-да, секрет превосходный! Ищите скорее! Тепло, нет холодно! Тепло, нет холодно, нет тепло, холодно, тепло, нет холодно, тепло, горячо, холодно, 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 холодно. Что-то здесь не то. Тепло, тепло, теплее. Круглое, длинное, белое, синее, зеленое. Интересно, что это такое? Ой, мой секрет, он такой изумительный! Нет у вас никакого секрета! Мы так не играем! Вы нас обманываете! Мы уходим! Так нечестно! Вы просто не умеете искать! У меня есть, есть, есть секрет! Я хочу поиграть! Как красиво! Может, это и есть секрет пиявки? Я не обманываю. Ну, немножко обманываю. Почему вы плачете? А где Мила с Кузей? Ушли. Потому что я вас обманула. Нет у меня секрета. А знаете, я нашел его. Вот он. Прячьте, а я буду искать. Испортила. Высокая, но и низкая, серо-буро-малиновая, насочиняла. Тепло, тепло, почти горячо, горячо. Лунтик, не верь пиявке. Она выдумала все. Нет, ребята, здесь горячо. Помогайте искать. Да-да, горячо, кипяток. Ой, что это? Ура, нашли! И круглая, и длинная, и всех цветов. Вот это да! А я что говорила? Да у меня этих секретов! Тогда давайте их искать. Ну, то есть, а сейчас не моя очередь прятать. Самый главный секрет пиявки в том, что она очень хотела поиграть с кем-нибудь, но совсем этого не умела. Лунтик выручил пиявку, и теперь они с друзьями смогут долго и весело играть вместе, без всякого обмана. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Кинозвезды. Пригласить сюда актрису, сыгравшую главную роль в моем фильме. Ура! Да! Молодец! Пупсик, мы ведь с тобой такие классные! Почему нам не хлопают и не кричат «Браво»? Потому что она звезда, а мы нет. А я тоже хочу быть звездой! И я. Ну-ка, пойдем. Мила, ты должна снять нас в своем кино. Смотри, как мы умеем танцевать с цветами. Ля-л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 я-
будете? У меня красивые фильмы, а вы... смешные. Да. Ничего мы не смешные, мы величественные. Понятно. Пупсень, пойдем сами кино снимем. Пойдем. Пупсень, а какое это будет кино? Страшное. Все будут бояться и признают наш талант. Здорово! Сейчас мы покажем очень страшное кино. Ужастик! Главные роли исполняют самые лучшие актеры на свете. Вупсень и Пупсень, то есть мы. Лунтик, крути! Теперь все поймут, что мы кинозвезды. Ага! Вупсень! А почему они опять смеются? Потому что ничего не понимают в искусстве. Идем, снимем другой фильм, попроще. Кино про любовь. Мелодрама. Тьфу, не понимаю. Кино про сыщиков. Детектив. Хохочу. Ай! Пупсень, Пупсень, почему вы опять убежали с показа своего фильма? Нас никто там не принимает всерьез! Мы танцевали, все смеются. Мы пугали, все смеются. Мы искали преступника, тоже все смеются. А мы так хотели стать звездами! Да вы и так звезды! Настоящие звезды комедии! Комедии? Да, это такое кино, где зрители и должны веселиться. Пойдемте, вам же там все аплодируют. Правда? Ну, конечно. Браво! Браво! Так Вупсень и Пупсень стали кинозвездами и поняли, что их призвание – веселить зрителей. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет. А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Цветок. Ой. Какой красивый цветок. Прелесть. Прелесть. Этот цветок занят. Подумаешь? Фу. Привет, пчеленок. Привет, Лунтик. Ты мне не поможешь? Конечно, помогу. Будем собирать пыльцу? Нет, постой. С него пыльцу мы собирать не будем. Этот цветок особенный. Я хочу показать его Миле. Давай я слетаю за ней, а ты побудь тут и присмотри за цветком, ладно? Да-да, конечно. Просто присмотри за ним, хорошо? Угу. Я туда и обратно. Пчеленок, подожди. А как это присмотреть? О! А? Чего это он там увидел? Эй, ты чего? Мне сказали присмотреть за цветком. Вот я и смотрю. Присмотреть! Он смотрит! Ой, держите меня! Ой, держите меня!
Присматривать — это значит ухаживать. А ухаживать — это значит делать так, чтобы было хорошо. Ясно. А как сделать хорошо? Может, песенку ему спеть? Может, ты ему еще станцуешь? А надо? А мы знаем, как за ним ухаживать. Да! Так уж и быть, мы тебе расскажем. Значит, вы мне поможете? Спасибо. Во-первых, цветок нужно защитить от солнца. Хорошо. Так? Надо цветок напоить. Ой. Так что нужно сделать? Напоить цветок. Да, точно, напоить. Ай. Надо еще воды. Видишь, какой цветок большой? Еще! Может, хватит? Вот. Ладно, хватит. Видишь, как цветочку хорошо? Хорошо? Конечно! Теперь нужно сделать последнее. Что? Нужно... О, корень цветка. Его нужно вытащить. Вытащить корень? Вы уверены? Да! Это самое главное! Вот умора! Вот, оторвал! Кажется, цветочку не очень хорошо. Вупсень, Пупсень, вы где? Нужно скорее все исправить, а то цветку совсем плохо. Из-за вредных советов гусениц цветок мог и погибнуть. Хорошо, что Лунтик вовремя догадался, как его спасти. Что это за грязь? Я ничего не вижу! Это очень красивый цветок. Да? А, какой хороший цветочек! Я же говорил, Лунтик, Лунтик, Лунтик! Спасибо, что присмотрел за цветком, Лунтик. Да, спасибо тебе. Пожалуйста. Я старался и так устал. Пчеленок и Мила даже не предполагали, сколько сил приложил Лунтик, чтобы присмотреть за цветком. Привет, я Лунтик. Я снова с вами. Дружба дороже. Ого! Бумажный самолетик! Дай сюда! Я первый увидел! Вот же он! Далеко улетел! Спасибо, Вупси! Ничего не знаю! Я нашел, значит, мое! Да это Лунтик сделал! Отдай сейчас же! Ничего, Кузя, пускай забирает! Я еще сделаю, а хотите, и вас научу. Да ну, учиться еще. Я и этим играть могу. И я тоже хочу играть самолетиком. Не ссорьтесь, вот вам другой самолетик. Какие здоровские самолетики! Можно посмотреть? Вы их сами сделали? Конечно, а вы как думали? А можете нас научить? Нет! Это очень сложно и долго. Но поиграть можем дать на время, если вы принесете нам за это ягод. С какой стати отдавать им? Я еще сам не наигрался. Ты что, не понимаешь? Да мы сейчас за них целую кучу ягод получим. А самолетики и так у нас останутся. Ну да. Раз уж вас много, придется нам принести еще с самолетиков. Спасибо! Спасибо! Пупсик, дуй к Лунтику, проси еще самолетиков. Понял? Лунтик, скорее! Сделай нам еще несколько самолетиков. Мы хотим другим жучкам дать поиграть. Конечно, Пупсень.
Сейчас. Если хочешь, могу и корабликов дать. Давай! Улетел. Хватило. Так, по одному, не толкаемся. Следующий. Кто уже поиграл, сдавайте Пупсиню. Вот это да! Что тут происходит? Пупсинь и Пупсинь делают для нас игрушки и дают поиграть. Только надо принести что-нибудь вкусненькое взамен. Пупсинь и Пупсинь делают? И вы приносите им за это сладости? Но мы все хотим такие игрушки. А их ведь так сложно делать. Только гусеницы и умеют. Послушайте все! Вупсинь и Пупсинь вас обманывают. Не берите у них игрушки. Вы сами их можете сделать. Вот, смотрите, Лунтик, покажи им. И совсем не сложно. Кого научить? Ну вот, теперь с нами никто не разговаривает. Зато сколько у нас всего вкусного, на неделю хватит. Да, как-то и есть не хочется. Они еще будут бумажные кораблики запускать в ручье. Я б тоже хотел. Только кто ж нас примет? Пупсинь, а давай все вернем, может тогда они нас простят. Мы тут, вот. Забирайте. И простите нас. Дружба нам дороже. Мы хотим с вами. Ну, конечно. Подождите. Возьмем вас, но с одним условием. Ведерко нектара с каждого. Кузя. Да шучу. Вот так Вупсинь и Пупсинь поняли, что дружба и доверие дороже, чем любые сокровища. Снова с вами! Иллюзионисты. Браво! 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 Эх, вот бы так научиться! Ура! 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 Нам срочно нужна такая палка! Взмахнул, а из земли грибы и ягоды так и лезут. Да, лежишь себе в гамаке, машешь палочкой. И на тебе, пирожное, мороженое, красота! Представление иллюзиониста окончено! Не могли бы вы научить нас разным фокусам? Мы хотим стать иллюзионистами, как вы. Ну, это не каждому дано. Здесь талант нужен. Мы будем стараться. Очень-очень. Ну, посмотрим, если выполните мое задание. А палочку дадите? Справитесь, тогда и палочку дам. Слушайте и запоминайте. Хочу увидеть три фокуса: волшебная шляпа, полет и хождение по воде. Ступайте, готовьтесь. Задание-то уж больно сложное. Они же еще дети. Вот и отлично. Ни к чему всем подряд мои секреты знать. Кому же я тогда фокусы показывать буду? Неплохо, неплохо. Ай! Ха-ха-ха!
Надо же, и вы справились. Даже интересно, что дальше будет. Ура! Придумал! Пошли репетировать. А как же обед? Вот получим палочку, тогда и будет настоящий обед. Как здорово! Молодцы! Да, эффектно. А ну-ка покажите, как вы это сделали. Пошел. Опять тону. Не, ну это задание невыполнимое. Не расстраивайся. Я кое-что придумал. Восхитительно! Гениально! Как? Как вы это делаете? Объявляю вас своими учениками. Вы палочку обещали? Да, да! Эй, куда же вы? А учиться? Тортик, появись! Дай мне! Грибы и ягоды, растите! Ничего не понимаю. Обманул муравей. Палка-то не волшебная. Иллюзионист он и есть иллюзионист. Так и не выросли от взмаха волшебной палочки ни грибы, ни ягоды. Ведь чтобы стать настоящим фокусником, надо прилежно и долго учиться. Привет, я Лунтик, я снова с вами. Юбилей. Ой, деда, какие вы с бабулей тут нарядные. Да, это был наш с Капушкой первый большой юбилей. А что такое юбилей? Ну, это празднование какой-то круглой даты. Круглый? Это когда, например, прошло 10 или 100 или 200. А, понял. Дата заканчивается на нолик. Нолик круглый и дата круглая. Да, поэтому юбилей празднуют более торжественно. Круче дня рождения и Нового года! Конечно. И подарки, и угощения, и всякие развлечения. Все круче. Слыхал? Надо нам тоже устроить себе такой праздник. Ребята, стойте! Хорошо, что я вас нашел. Скорее! А что случилось? У Вупсини и Пупсини сегодня юбилей. Надо успеть приготовить подарки и украсить поляну. Нужна музыка. Слетаю, пожалуй, за патефоном и пластинками. А мы на поляну. Дорогие гости, спасибо, что пришли. Мы рады, наконец, объявить вам, что у нас сегодня круглая дата. Уже 10 дней, как мы едим одни одуванчики. Ха, ну и дата. Внимание, внимание! Приглашаем всех на наш новый юбилей сегодня вечером на Большой Поляне. Не забудьте подарки. Опять? Надо бы пирогов успеть напечь. И подарки сделать. Что-то я не верю в эти юбилеи. Сегодня у нас еще более круглая дата. Мы долго ждали, и теперь можем ее, наконец, объявить. Ровно 100. 100 ягод земляники съели мы на этот момент. Поздравляем вас всех с этим знаменательным событием. Раз придумали дурацкий юбилей. А вот и нет. На этот раз юбилей серьезный. Ну и какой?
500-я попытка стать бабочками. Приходите, не пожалеете. Наверное, надо пойти. Ну уж нет, надоели их круглые глупости. Никто не пришел. Ну и ладно, а мы все равно станем бабочками. Лезь в пушку. Вупсень, Пупсень, я тут, поздравляю вас. Ой. Да, легко отделались. Ну, вот. Вроде все в порядке. Там, в дереве. Смотри-ка, тайник. Ну-ка, что там? Покажите, что там? Вот это да! Тут и текст есть. Мы оставляем это письмо и рисунок для наших потомков в память о дне, когда мы пришли сюда и основали нашу деревню. Тут внизу дата. Вот это да! Получается, сегодня ровно 100 лет, как основана наша деревня. Класс! Юбилей! Причем настоящий. И главное, для всех. А Полена у нас теперь все время готова к празднику. Я как чувствовала, с утра тесто на пироги поставила. В жизни всегда найдется место празднику. А юбилей – это не просто праздник, это круглая дата. Очень важная для всех участников события.